Смирно, господа. Диас, а что здесь шпики делают? Эту операцию проводим мы, Андерсон. Я согласился отдать тебе главную роль, если только ты не напортачишь. Имейте в виду Сараева? Делай все по сценарию, и у нас не возникнет никаких проблем. 3 месяца назад российские наемники напали на секретную лабораторию в Арктике. Захватив большую партию биооружия вируса африканской лихорадки, они скрылись. По сравнению с этой штукой, черная смерть просто насморк. Утром мы узнали, что на Филиппинах у них есть покупатель. Вот он, Кавала, гражданин Филиппин. Главарь группировки Абу Саяб. Это означает, что его имя на одном из первых мест в списке пособников Аль-Каиды. Министр обороны отнес Калала к числу побочных целей. Увидел его. Стреляй. Нам известно имя русского главаря? Пока нет. Но это никак не влияет на основные цели опергруппы. Уничтожить противника в районе проведения сделки и перехватить биологическое оружие. Всем ясно? Удачной охоты. Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. Остановитесь на берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. Идет. Удачной охоты. Что за фигня? Помогите! Чисто, двинули. Стой, зря не палить. Контакт, один солдат. По моему сигналу. Давай. Да, парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор. Перебей его. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Есть данные о том, как охраняют этот радар? Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Я что-то слышу. Не поднимайся. Справа. Угадай. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. 3, 2. Стой! Завтра я покидаю эту несчастную дыру. Черт, еле пронесло. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу, голову не поднимать. За мной. Тебе нужно привыкать все время брать, если... Что это был за шум? Пусто. Они направляются к нам, не шевелись. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Я даю приказ. Голову не высовывай. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Слушаю. Что-то выбирать.
Это двигатель, пригнись. Пусть пройдут. Ага. Ты вообще в ад служил? Нет. Краску преследования ненадолго отправили в людей. Да, это была ты. Андерсон, давай за мной. Не поднимайся. Берешь ближнего, второго оставь мне. Ну, давай посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Черт, спокойно, пока не стреляй. Эй, стой, заработал. Что? Все равно надо проверить. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Цель возле костра, движется. Посмотрим, куда он пойдет. Чисто. Давай, стреляй. Слева. Снимем их одновременно. Хорошая работа. Идем. Рейзер 31, доложить обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура! Не поднимайся. Стой! Мимо тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. За мной. Не стреляй. Подождем. Прячься под причал. Не поднимайся. Ты еще работаешь со своим ступом? Парни, мы из Сингапура. Ну да, только что. Не вступать. А можешь с ним связаться? У меня набралось комиссию. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Конечно же я вас свяжу. Даешь мне половину и дело шляпит. Очень смешно. Я серьезно. Ты хочешь половину только... Налево. Нас свяжет? Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать лишь. Я что-то слышу. Ты похож на зомби. В зеркало смотрелся? Когда ты превратился в такого жадного ублюдка? Это нормально. Я двое суток не спал. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. А я знаю, засранца, Дмитрий. Его уже два дня в лазарете держат. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Этот парень... Враг впереди. Снимаем его по-тихому. Понял. Ha ha ha.
его укусили. Не говори. Мать твою. Насколько все плохо? Доктора говорят, ноги наверное. А это еще что за фигня? Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? После вас. Вот же дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Это будет очень непросто. Ну, как всегда. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точно здесь решает все. Справимся. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Теперь займись другим. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Двое солдат ошиваются возле дома. Видишь их? Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. А теперь давай. Теперь займись другим. Убийство подтверждаю. Что тут облажались? Черт, убери, держись, за что? Ох ты мой! Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Забудь, нам никак нельзя светиться. Что у вас там произошло? Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Дай ему дорогу. Пусть гниет внизу. Возвращайтесь. Давай. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Не светись. Выстрел. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Чтобы пересечь пляж, нам придется их отвлечь. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние.
Вперед! Давай сюда. Смотри в оба. Я и так смотрю. Не пари мечу. Ты слышал, что они сказали? А то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Какой еще снайпер? Похоже, тут целое подразделение противников. Некоторые посты отвечают. Раскрой свои чертовы глаза пошире. Я что-то слышал. Понял меня? Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противниками. Ясно, что они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. Взрывай С4, Коул. Стрелка босса сорвется? Может... Сам по себе он взорваться не мог! Что ты тут встал? Слушай огонь! Твою мать! У меня там заначка была! Сработало. Нужно шевелиться. Воду, быстрее! Ты еще работаешь со своей штукой? У нас гости! Думаю, мы отсиделись. Ага. Эти развалины должны примыкать к джунглям. Оттуда до возвышенности рукой подать. Обыщите местность! Замри! За мной! Не стреляй! Подождем! Не стой! Вперед! Чисто! Давай, стреляй! Чисто вперед. Есть контакт. Снимаем их одновременно. Цель уничтожена. Иду вперед. Пошел, пошел, пошел. Чисто. Двинули. На землю, не высовывайся. Там ниже куча солдат. Чтобы двигаться дальше, нам нужно их отвлечь. Я приметил бензобак этого грузовика. Должен наделать немало шума. Перебей его. Свободен, продвигаемся. Не стреляй в них, они нам подыграют. Принято. Давай, стреляй. Прямое попадание. Иду вперед. Снайпер вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять. В этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль.
Офицер, это Юниформ. Доложите обстановку. Юниформ, наш тыл в безопасности. Противник нейтрализован или надолго отвлечен. Движемся к точке встречи. Все понял. Так, Оу, я буду здесь. Прикрою Келлера и его ребят. Ты поднимайся на колокольню и займи удобную позицию. Удачи тебе. И тебе. Приближается катер врага, ныряй. Не высовывайся. Пусть проплывут. В западной части станционного парка. Андерсон, когда будешь на месте? Я наверху, направляюсь ко входу в церковь. Нахожусь в церкви. Поднимаюсь на колокольню. Хорошо. Можешь исполнить разок-другой Аве Марию. Не помешает. Этот радар очень хорошо охраняется. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры? Келлер на связи. Дело теперь за мной. 32-й, ты нас сейчас видишь? Так точно, вижу вас. Мы поднимаемся на холм. Прикрывай. Кардес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стрёме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Прямо по курсу. Зря не пали. Не стреляй. Подождем. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патрульного. Мы заберем тело. Есть. Посылка получена. Андерсон, противник у первой хижины на берегу. В контакт пока не вступай. Попробуем переждать. Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Мы должны сохранять скрытность как можно дольше. Давай уже. Что там? Все уже чисто. Принято. Диас, что там у тебя? Здесь под контролем. Подвигаемся на новую позицию. Парни, всем смотреть в оба. Есть контакт. Снайпер на вышке. Сними его, прежде чем он заметит. Что за фигня? У них вертушка. Не стрелять, не стрелять. Тебе нужно просто его пересидеть. Будет очень плохо, если нас заметят. Хорошо. Не шевелись там наверху. Замри.
Объект уничтожен. Три цели на платформе, нужно их поделить. Первого снимаешь ты, мы берем остальных. Действуем. Отличная работа. Район чист. Кто-то идет, прячься. Впереди патруль, два человека. Не дай ему поднять тревогу. Все чисто, вперед. 31-й, осторожно, из-за здания я не вижу, что у вас с тыла. Я понял, готовлюсь к встрече, конец связи. Гоу, я направляюсь к ним, прикрывай меня. Диас, неподалеку от тебя две цели. Первая на платформе, ближе к тебе, вторая на переходе. Она моя. Принято. Все чисто. Принято. Трое впереди, движутся. Подожди немного, посмотрим, что будут делать. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Кажется, они просто болтают. Заткни их. Действуем. Хорошо, все чисто. Я почти на месте. Нужно покончить с пассажирами прямо на моем пути. Начинай их снимать, когда патрульный повернется к тебе спиной. Понял. Смотри, скоро потребую. Тридцать второй, я встретился с ребятами. Готовимся штурмовать район возле радара. Как слышите? Все понял, прикрываю вашу задницу. Действуем. Прижми этих ублюдков! Вот так! Дайте им! Сектор чист. Пошел, пошел, пошел! Хорошо. Их систему, скорее всего, можно легко заразить вирусом. Разведка считает, что почти вся техника выпущена в начале 90-х. Понял. Добрались до цели. Загружаем вирус. Готово. Теперь эта штука и падающий метеорит не засечет. Постой. Что-то здесь есть. Наверное, захочешь это услышать. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Мы отправим данные о заложнике в центр спецоперации. Будем держать вас в курсе. Андерсон, теперь отправляйся к месту заключения сделки. 3-1 закончит с теми, кто скрылся, и прибудет по воде. Агент Диас, не хотите подробнее остановиться на записи с радара, который вы недавно расширились? След, который мы взяли в Сибири, месяц назад запалили. Это случилось после того, как организация решила ввести туда небольшую контртеррористическую группу, чтобы найти украденный патоген. Вскоре связь с ними оборвалась. Их признали погибшими. И ты нам об этом рассказываешь только сейчас? Запрашиваю разрешение пойти в обход, чтобы найти и вытащить нашего человека. У него могут быть ценные разведданные. Задание все то же. Занять позиции и приготовиться к штурму отеля. Юниформ, конец связи. Всем группам проверка связи. Рейзер 32 слышит вас четко и громко, Юниформ. Это 31-й. Слышу вас хорошо. Прием. У нас дополнительная задача. 31-й должен занять позицию комплекса, где предположительно удерживают нашего человека и ждать поддержки Андерсона. Сняли. Если не сможете найти этого человека, спасательная операция отменяется. У нас совершенно нет времени играть в прятки и искать призраков. Андерсон,
Наш офицер по связи, лейтенант Вэнс, поможет тебе с выбором маршрута. Поскольку радар выведен из строя, мы теперь можем запустить беспилотник. Я серьезно. Вот, будь начеку. Смотри в оба. Есть, сэр? Есть, сэр. Там все в порядке? Есть что-нибудь? Все тихо. Проверь все посты. Конечно. Рейзер 32 на месте. Вижу вас, 31. Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня Андерсона. Осмотри район, 32. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Выполняю. Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду. Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Я вижу там 9 противников. Мы о них позаботимся. Продолжай осмотр. Один Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели. Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Есть. Подтверждаю присутствие нужного лица. Большой номер со стенами из стекла. Северо-западная часть комплекса. Рейзер, ты можешь определить его состояние? Так точно. Он жив, но его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Всем группам начать штурм с освобождением заложников. Действуйте быстро и незаметно. Без недочетов. Все понял, юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку. Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Геллер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диасом. Гомес со мной. Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Николас со мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Попробуем все сделать по-тихому. Свободен, продвигаемся. Мы у длинной лестницы. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Принято. Он приближается. Сними его, пока не поднял тревогу. Нужно спешить. И тут дальше. Ладно, привал. Вижу. Да, конечно. Давай отсчет. Снимем их одновременно. Итак, 3, 2, 1. Вперед. Отлично. Все получилось.
потеряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыш. У них под носом не пройти, запрашиваю поддержку. Я понял. Цель номер один уничтожена. Теперь займись другим. Обе цели уничтожены. Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь. Убийство подтверждаю. Теперь нейтрализуй второго. Все шито-крыто. Понял тебя. Теперь тоже нужно сделать с остальными. Твоя цель на корме лодки. Жду тебя. Район чист. Понял, иду дальше. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, 3 цели ждут тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять их одним выстрелом или жди, когда повернутся друг к другу спиной. Понял. Есть. Хорошо, южный проход чист. Последняя горловина. Нам не помешает помощь. Нужно снять парня в самом здании. Он смотрит во двор. Нужно... Убийство подтверждает. Видишь солдат, которые разговаривают? Убери любого. Цель слева. Мы на месте, готовимся к штурму. Диас, как дела у вас? Нормально. Нам, пожалуй, лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. У меня есть идея. У вертолетной площадки я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров? Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный. Как только мины сработают, отправимся на место. Хорошо, Коул, ты дирижируешь. Концерт начинается по твоей отмашке. Неплохо. Все, пошли. Погоди немного. Махом, мы в игре. Давай, давай, давай! Врываемся и зачищаем! Дело за мной! Дальше! Мы под огнем, стреляй по ним! Хорошо, принято. Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи руки на голову. Да пошел ты, мудила! Думаешь, я тупой? Вы бросаете все 3. Подойдите ближе, ему конец.
Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Юниформ, требуется эвакуация раненого. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так точно. Все группы молодцы. Келлер, ты со своими людьми охраняешь район и ждешь птичку. Мы также отправляем вам снаряжение и еще два отряда. Андерсон, пойдешь первым и расчистишь путь к отелю. 31-й по рации организует встречу. Выполняю. Отлично справился, Андерсон. Взаимно. Позже еще поговорим. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы. А затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой. Юниформ, я нахожусь на балконе виллы. Запрашиваю визуальную разведку зданий к северу. Понял. Данные такие. Патрульный у центрального здания. Судя по траектории его движения, тебе лучше дождаться, пока он повернет за угол. Всем участникам. Заложник спасен. Занимаем исходное положение для штурма в километре от отеля. Есть новые данные? Никаких. По данным разведки, главарь наемников в зоне отдыха отеля. Там же и контейнер, который очень... Что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Подожди, пока они разойдутся, и стреляй. Не знаю, мне кажется, что тут уже все на грани. Сплошные нервы, сплошные испуганные парни. А почему испуганные? Из-за этой сделки, которую хочет провернуть босс. Ты что-нибудь об этом слышал? Я понятия не имею, что это за сделка. Но одно могу сказать точно. Все боятся, что будет серьезная заварушка. Знаешь пожилого мужика, который... Ну да. Ну вот, он уронил сигареты шведа с обеденного стола. И что? Красота. Больше препятствий не обнаружено. Можешь выдвигаться на площадку. А вот в здании все совсем наоборот. Ясное дело. Проверю, как только буду на месте. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже. Если весь день ходить с мокрыми ногами... Готов. Продвигаюсь через лазейку слева. Старайся вообще не выходить из зеленки. Из-за этого он в лазарете?
Говори, 32-й, я добрался до цели невредимым. 31-й тоже на месте, рядом с бухтой главного комплекса. Что показывает наблюдение с воздуха? Покупателя все не видать. Думаешь, наш радикал-островитянин струсил? Вряд ли. Возможно, трудности в пути. Этот человек много сил положил, чтобы подняться в рядах Абу Саяф. Он появится. Нужно только подождать. Всем рейзерам. Видим машину. Приближается к отелю с западной стороны. Гражданский седан. Будет через 20 минут. Вот оно. Всем приготовиться. Андерсон, мы на скале, расположены примерно в 100 метрах от судна. Видишь нас? Так точно, вижу вас. Перекличка. Два противника на причале, еще двое у прожекторов на яхте. Да, вижу. Когда погаснет свет, убей одного из тех, что на причале. Там клумба. Тел не будет видно, а звук выстрела заглушит сильный ветер. Принято. Готов. Снимем их одновременно. Ты берешь того, что слева. Как вам пальцы? Пока все хорошо. Неплохо. Отличный выстрел. Принято. Спокойной ночи. Хороший выстрел. Рейзер, внимание. Один враг спрыгнул с палубы. Не дай ему добраться туда, где лежат тела. Убийство подтверждаю. Чисто. Ладно, приближаюсь к лодке. За берегом наблюдаю. Теперь займись другим. Плохо. У нас на причале влюбленная парочка. Стреляй в лысого, я возьму на себя его дружка. Район чист. Боевая машина приближается с юго-запада. Коул, погаси огни на причале, чтобы скрыть тела. Неплохо. Теперь снимись, друг. Отличная работа. Попробуем переждать. Так, они развертываются. Еще совсем немного. Погоди немного. Хорошо. Один надежно укрыт скалами. Можешь безбоязненно его прикончить. Убийство подтверждаю. Следующий — тот хреноплет у машины. Неплохо. Последний. Готово. Суша, у нас все нормально. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Эрнизер 32. Может, тебе лучше использовать ночную оптику? Твою мать! Огонь! Прекращать! Вперед! Давай, давай, давай! Путь чист. Хорошая работа. Форма до Рейзер 33, мы приближаемся к цели, как слышите. Вас понял. Действуем согласно плану. Главный русский появился в поле зрения. Приоритетная цель.
Погоди-ка, я не ошибся? Это Меринов. Какого... Что здесь делает Меринов? Наш старый друг, кажется, очень прилично поднялся. Ты знал об этом? Скорее, предчувствовал. Недавно до меня дошли слухи, что Меринов снова всплыл и теперь заправляет незаконной торговлей оружием. Когда мне сказали, что никому неизвестный русский жулик ищет покупателя на краденый вирус, я не стал долго гадать, кто он. Я его убью, Диас. Господи, помоги. Ты хотел сказать, мы его убьем, капитан. Как думаешь, почему я просил поручить это задание именно тебе? Что-то здесь не так. Они знают, что мы здесь. Всем отрядом поджигаемся. Готов! Гомес, справа! Я цел. Вражеский снайпер! Откуда он стреляет? Геллер, я его не вижу. Укрытие. Возникли осложнения. Диас и Николс были захвачены противником. Повторяю, наши люди в опасности. Я целюсь в водителя. Андерсон, отставить. Контейнер с чертовым патогеном опять ускользнет от нас. В мою смену такой прокол не случится, слово даю. А что бы то ни стало, перехватите Меринова. Наших людей, видимо, везут в том же направлении, так что если хотите увидеть их живыми, пошевеливайтесь. Слышите меня? Понял вас, сэр. Юниформ, что известно о контейнере? Я нахожусь на берегу в километре к западу от отеля. Вы сейчас меня видите? Да, Рейзер, видим. Контейнер сейчас по воде переправляют на юг. Калибри 6 следит за ним. Мы уже продумали маршрут перехвата и будем с ним синхронизировать твой. Кажется, Меринов и Галала направляются к взлетной полосе в 2 километрах в юг. Рейзер, моя задача — слежение и затем нейтрализация. Ты не должен дать им уйти с этим вирусом. Понял, я в пути. Принято. Юниформ, пляж очень хорошо охраняется. Можете подсказать альтернативный путь к цели? Прием. Не можем. Также рядом с деревьями мы фиксируем тепловой сигнал машины. Тебе необходимо прорваться сквозь позиции противника, не поднимая шума. Отлично. Mm-hmm.
Силовые сигналы в доме уменьшаются. Попробуй занять станцию. Понял, работаю. У нас изменения. Судно причалило. Кажется, они заправляются. Наши ребята переместились? Прием. Никак нет. Контейнер и команда на месте. Рейзер 32. Контейнер прибывает в гавань у станции канатной дороги. У тебя есть шанс немного сократить расстояние. Принято, Юниформ. Не спускайте с них глаз. Я спешу изо всех сил. Рейзер 32. Впереди станция снабжения противника. Множество враждебных целей. Принято. Есть способ пройти, не прикрывая самому себе задницу, а? Преодолей ограждение справа и ожидай инструкции. Мы выбираем маршрут. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Влево идти нельзя. Все открыто и много врагов. Можешь подобраться к утесу справа и подняться наверх? Не могу. Путь блокирует два врага. Поднимайся на утес. Там можно легко укрыться в листве. У тебя на пути одиночная цель. Ее нужно уничтожить. Зона слева от меня все еще недоступна. В северо-восточном углу станции находится зона складов. Твой маршрут пройдет через нее. Понял. Придется снять двухчасовых. Я что-то слышал! Говорит 32-й, я на утесе над станцией канатной дороги. Вижу движение на той стороне. Принято. На нашем видео различимы часовые на своих постах. Сними верхнего часового, затем выходи. Хорошо, принято. Путь один. Подойти к правому краю утеса и спрыгнуть. Там глубоко, вода смягчит удар. Продолжай движение.
Диас, за это с тебя серьезно причитается. Рейзен, доложи обстановку. Немного круче, чем я ожидал. Но жить буду. Рада это слышать. Плыви к пляжу. Ты должен расчистить себе путь до станции. Тепловизор показывает, что в доме впереди противники. Пора уже запускать это шоу в эфир. Положение противника будет на твоей мини-карте уже сейчас. Глупое замечание. Скажите, как это понимать, капитан? Да, я понимаю всю важность основного задания, генерал. Только в этот раз обеспечьте нам спасательную группу. Я намерен вытащить отсюда всех наших людей. Ну, или вторичные элементы задания, если по-вашему. Любой ценой. 32-й, конец связи. Нахожусь у цели. Доложи обстановку, Рейсер. Видишь приоритетную цель? Прием. Не-а. По крайней мере, пока. 31-й. У вас на 6 часов вертушка. Держитесь ближе к земле. Вертушка села. Вижу Калалу. Никаких следов Меринова или контейнера. Юниформ, присутствие союзных целей подтверждаю. Они в порядке, но под сильной охраной. Движение у взлетной полосы на востоке. Так. Вижу приоритетную цель. Сообщаю. В настоящий момент контейнер погружают в самолет. Черт. Думаю, наших парней не собираются забирать вместе с контейнером. Прошу разрешения вывести наших людей. Отказано. Основная цель по таким. Людьми займемся после того, как он будет у нас в руках.
Генерал, я лучше представляю себе положение. Официально заявляю, что нам следует вывести своих людей и перехватить самолет в воздухе. Запрещаю! Нам нечем производить перехват. Это прямой приказ из Центра спецопераций. Выполняйте задание. Вам ясно? Вникался, попали. Черт побери, они убирают своих. Он беззащитен, его надо прикрыть. С тебя пиво. Два раза. Уже 4. Короче, ящик пива. Черт, куда он направляется? Говорит Диас, AC-1337. Меня кто-нибудь слышит? Говорит Рейзер 32. Чертовски рад слышать твой голос, Диас. Аналогично, приятель. Я хочу отсюда выбраться. И помощь мне не помешает. У меня ржавый автомат и горсть патронов. На берегу чисто? Нет. Ясно, значит, отрезал. Хорошо, я в пути. Я могу тебя потерять. Меняю позицию. Держись. Понял, поспеши. Хватай гранатомет! Вот это выстрел! Прям как нокаут. Самолет взлетел. Твою мать! Черт, Уиллер меня за это выдерет. Все это плохо кончится, прям как в Сараево. Диас, мне нужно спуститься с утеса. Встретимся в 500 метрах к западу. Хорошо, понял. Гоу. Спасибо, друг. Главное, выберись оттуда. Сержант Андерсон Мэттес.
Очень складывается чертовски дерьмовая ситуация. Встретиться в заданном месте с информатором ЦР местный сулик, а не ле-ле. Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Но душу Шрэдера Младича требует вместе. Вот сволочи, мы должны пойти туда и увидеть всех. Чёрт, задание Уиллера. Вытри сопли и приди в себя немедленно. У нас нет права на ошибку. Мы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это дело сложно. Завали старого, ты сказал. Один выстрел, постарайся. Это что, шутка? Давай, сни! Черт возьми. Сержант Де Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр. Но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой, а вы отправляете нас туда как папарацци. Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан. Сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Нам показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает, армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен, пока... Говорят, посоветовать этот контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. На 12 часов танк, держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Цель — солдат на броне. Расстояние 150 метров. Ветер постоянный. Можешь начинать. Теперь тот, что чинит двигатель. Чисто сделано. За мной. Надеюсь, ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага, интересно. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Еще меня называешь циником. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Слышу тебя. Отличный выстрел, друг. Внутри движение. Заходим потихоньку. Я на точке. Прикрой мне спину. Сделаю. Наконец-то хоть одно серьезное дело. Потом похвастаешься, Карл, у нас есть задание. А я тут сижу и думаю, что Уиллер — это главная зануда во всей операции. Давай, внимание, 2, 3 цели. Одна в окне, 2 снаружи. Ступай по сигналу. Первая цель у левого крыла здания. Курица, покончи с ней. Чисто сделано. Следующий справа. Парень с радио. Твою мать! Точно в цель. Патруль приближается. Черт, давай за мной.
Тихо. Замри, не шевелись. За мной. Этот урод мой. Кажется, они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая сабалдык в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее пули. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт, Стой! Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой, лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Цель впереди. Оставь его, он слишком открыт. За мной! Еще один справа. Не стрелять. Двигаемся. Будь начеку. Еще двое патрульных. Пусть пройдут. За мной. Контакт. Снимаем их. По-тихому. А это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся. Давай... Твою мать, ложись живо! Очень рискованно, Карл. Напомни потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейфь, парник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Усложним правила. Ну как, одним выстрелом двоих убьешь?
Остатки хорватских ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, сумасшедшие. Летают так низко под носом около дома. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатят за то, что мы делаем их так. Прикрой меня, я выхожу. Заряды установлены. Мы берем подходящую дистанцию, отправив на тот свет. Расчет орудия мертв. Двигайся вперед, уничтожь другое орудие. С-4 на орудие. Не знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Бог крутейшества, Мэддокс похлопал меня по спине. Я об этом мог только во сне мечтать. Этот парень должен ждать нас по ту сторону перехода. Идем. Подходи, прячься. Все дерьмове! Верно? Меринов? Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы. Всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочка водки. Симпатичная девушка, чтобы кровь не стыла. Хотите? Для гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, несчастью. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Верно. Ну и ради чемодана, набитого чистыми купюрами по $100. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной. Юниформ, Рейзер 32 вышел на связь с приоритетной целью Янки. Вас понял, Рейзер. Может доставить? Вроде бы он так думает. Только с этим парнем что-то не то. Не доверяю я ему.
Прибереги свое мнение до успешного завершения задания, сержант. Держи цель на коротком поводке. Добудь фотки и сваливай. Подтверди. Да, сэр. Работаем. Пушки взорвались. Это ваша работа, да? Хороший фейерверк. Но теперь мы идем тихо, ладно? Не нужно убивать всех, кого увидите. Только клоунов, у которых духу хватит спросить, куда мы идем. На твоем месте я бы заверил нас, что Владича мы точно увидим. Да, Владич сейчас в парке. С третьего этажа все отлично видно. Снимки у вас будут что надо. Идем, но осторожно. Тут повсюду солдаты. Всем занять укрытие. Ждем, пока прекратит. Так, подстройся под того, что у окна, и стреляй. О, нет! Открыть огонь! Снимай их быстро! Все чисто. Идем. Еще на этаж выше. Владича я не вижу. Бог ты мой, что за херня творится? Нет. Давай покончим с этим. Сволочи. Мы должны пойти туда и убить их всех. Черту задание Уиллера. Слушай, мы с тобой давние друзья, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышал. Вытри сопли и приди в себя немедленно. У нас нет права на ошибку. Ты сказал, что Владич будет здесь. Ты что-то задумал, да? Откуда мне нафиг знать, где сейчас Владич? Этот урод небось валяется где-нибудь пьяный в стельку и в луже мочи. Как я могу знать наверняка? Карл, наша цель не Владич. Мы должны доставить пленку. Видел, что здесь творится. Почему мы тут торчим? Нужно завалить Владича сейчас, чтобы потом не возвращаться. Карл, смерть одного человека ничего не изменит. Мир должен увидеть кадры с пленки. Еще одного геноцида в Европе надо не потерпеть.
А сколько еще невинных людей умрет, прежде чем кабинетные крысы поднимут свои толстые задницы и что-то сделают? Мы даже не знаем, где сейчас Владич. Я знаю про одно место. Я иду искать Владича. Если надо, в одиночку. Мать твою. Ты покажешь нам, где Владич. Обманешь нас, и ты труп. Понял? Да. Да, я понял. Слышишь? Сюда движется танк. Прячься. Что теперь? Вот вам и магазин. Все в порядке. Мы выйдем с другой стороны. Держитесь поближе и делайте, что скажу. Ты дорогу показывай. И не вздумай что-то учудить. Хорошо, пошли. Доставай нож. Тот сукин сын, что слева, мой. Значит, любишь кровь, да? Ну и как тебе это? Карл? Черт, парень, держи себя в руках. Я все понимаю. Люди Владичу очень жестокие, так им и надо. Заткнись уже, идем. Удача благоволит нам. О, нет. Давай, стреляй, Кол. Отличный выстрел, друг. Сюда. На мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Как ты его? За мной. Снимаем его по-тихому. Чёртовы минометы. Тут на каждом шагу опасность. Как вы вообще умудряетесь выжить? У меня двоюродный брат в Нью-Йорке. Так он каждый день по 5 часов стоит в пробках. Как тут выжить? Все как в джунглях. Приспосабливайся или умрешь. Посмотри! А теперь что за дерьмо там произошло? Эй! Бежите, удаты! Чукелы! Мы ничего не сделали, прошу вас! Сохраняй спокойствие и не вступай! Брже! Брже! Виды как у меня. Я знаю, ублюдки. Сейчас разберемся, без проблем. Ждите здесь. Нет! Меринов! Друзья, привет! Дерьмо! Это я, Меринов!
Koji ovaj se ronja? Sjećam se. Pronašili 10 lažnih satova. Rekao si da su švajcarski. Ispalo je da su kineski sranji. Takva lijepa slučajnost. Sada ćeš da mi vratiš nova sa kamatom ili si mrtav? Valim ih. Etot kozel nam nužen živ. Naš je pokončio Amerikanac. Držite ga! Вижу вдалеке новые силы противника, еще высаживаются. Ну, поехали! Если еще раз такое сотворит, я его сам убью. Это место полное дерьмо. Нужно занять хоть какую-то чертову высоту. Кажется, чисто. Идем. Больше никаких фокусов, засранец, понял? Мы здесь не за тем, чтобы спасать твою жалкую задницу. У меня все было под контролем, пока вас не заметили. Хватит! Сколько еще идти до Владича? Недалеко. Идем. Прячемся от снайперов, идем через стоянку. Не останавливаемся. Негде развернуться, и кругом полно врагов. Здесь всегда спокойно. Я не знаю, откуда они взялись. Ты местный, ты должен это знать. Смотрите, там электрощит. Вы ведь можете незаметно прокрасться и отключить свет, да? А может, ты это сделаешь, крысеныш? Нет, он нам еще нужен. Ладно, прикроешь мне спину. Готовьтесь уходить сразу, как погаснет свет. Что бы ты ни делал, всегда держи оружие заряженным. Надо держаться в тени. Секунду, я взгляну. Как и ожидалось, снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Будет тяжеловато, расстояние серьезное. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Иди за мной и будь готов к бою. Боже мой! Есть контакт! Снайпер на один час! Он не мог быть один. Движемся быстро, от укрытия к укрытию. Не светимся! Идем! Жизнь, живо! Эти стены должны нас закрывать. Осторожнее! Вверху, прямо перед нами! Приближаются. На той стороне площади. Огонь, огонь! Залпите в свои позиции. Не пушите их на против. Все мертвы. Давай. Идем. У нас нет выбора. Заходим потихоньку. За мной. Меренов, путь на чеку. Нет проблем. Отставить. В нас стреляют. В самом верху, справа. Готов. Уже недалеко. Я отведу вас. Вдалеке, третий этаж. Идем.
в этом городе стало опасно только тогда, когда вы тут появились. Поплачься мне. Я сказал тебе не отходить. Вот что происходит с идиотами. О боже. О боже. Дырчи. Дракачу. Бедняга. Выкосим этих уродов нахрен, Андерсон. Карл, нет. У них серьезное преимущество. Пожалуйста, послушайся его. Мы едва пробрались через парк. Ладно. Давай хотя бы разберемся с теми, что на дороге. За мной. Осторожнее. Держись ближе к земле. Не светись, можем разойтись. Хорошо, пошли. Еще враги. Видно, у них срочное дело. Сюда. Ликвидирую его по-тихом. Занимай позицию. Я прикрою твой зад. Выключишь вон того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Отличный выстрел. Поднимемся на это здание. Там отличный обзор. Сербы попали сюда из миномета. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло. А вот нам как раз наоборот. Товарищ Меринов пока не собирается на тот свет. Так что я все ставлю на вас. Мне нужно подготовить вашу отправку. Встречаемся под съездом с магистрали. Я жду 1 час и ухожу. Ясно. А теперь исчезни. Удачной охоты. Пусть духи Сараева будут довольны местью. Там Владич, а с ним еще 7. Возможно, еще кто-то внутри. Нам придется очень несладко. Все точно как в Ираке. Значит, справимся. Пора завалить старуху с косой. Ну, ты сейчас, босс. 1 выстрел, постарайся. Ложись! Черт! А, спасибо. Ты в порядке, напарник?
Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Там их несколько. Ищи их по солнечным бликам в оптике. Не злятся. Давай. Владич, запер. Не дайте ублюдку уйти. Первый этаж, окно справа. Пора уходить. Бегом, нам нужно успеть к самолету. Эй, друзья, я слышал по радио последние новости. Нам есть что отпраздновать. Ерунды не мели. Нам сюда направляется сотни сербских ополченцев. Пора убираться отсюда. Обязательно. Ну, по стаканчику успеем. У меня тост. Пусть души тех из Сараева будут довольны местью. Опять не договариваешь. Вы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это делать поздно, пожалуй. Рейзер 32, доложитесь. Доказательства добыли? Рейзер 32, как слышите? Доказательства скоро будут, американская свинья. Тогда твои люди умрут в Сараево. Стани, парламент, а слишком поздно! Не
Тут всего 4 патрона. От дерьмо. Похоже, что если не везет, то во всем. Ой, курац! 39! Прием! Павле! Так вот и бога, явися! Да, читаем прием. Наша собственная... Мы смо još u gradu! Sigurat sam da se ja ne upeljujem. Ja me ti to zajebavaš! Treba ti matematike da bih znao kako da trianguliraš poziciju metra. Morali da se prijave. Nisu završili ni osnovnu školu! Slušaj, nemoj da pišeš! Šta do vraga? Ima neko tamo! Нужно найти снаряжение. И поскорее. Пора выбираться из этой задницы. Юниформ, это Рейзер 32, как слышите? Слышу, 32. Я, черт возьми, тебя носил. Вот так и не выходил на связь 3 часа. Меня схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Здесь довольно опасно. Юниформ, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Будьте осторожны. Майку мы ебем! Мы ебем что? Американский снайперист я побегал! Юниформ, это Рейзер 32. Угрозы нет, докладываю. Мне удалось выбраться, но Мэддокс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, мерзавец с самого начала хотел нас подставить. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Андерсон говорит, Дивис. Я наблюдатель от ЦРУ. Пока не получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ. Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока они не начали съемку. Понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... Вроде бы это библиотека и больница. Твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится мне это. Надо будет покопаться. Вот библиотека. Но еще на входе меня разорвут в клочья. Нужно ее обойти. Подъезжай сюда! Давай! Стой! Я бы не говорил, что право поцелил мой брак. Я бы не говорил, что я пробил монки на мой. Но и он.
Здание библиотеки отличный вид на важный район города. Обозначение аллея Снайдера. Сербы стреляют без предупреждения, вот все, что движется. Выбирай безопасный маршрут и будь настороже. Подтверждаю наличие снайперов. Андерсон, ищи удобную позицию. Или убирайся поскорее из этой чертовой библиотеки. Юниформ, я вижу сбитого толстяка, который падает к югу от библиотеки. Это один из наших? Пока не знаю. Юниформ, помогите выбрать позицию с учетом положения вражеских снайперов. В квадрате жарко. Понял, Рейзер, мы тебя видим. У этого здания лучший обзор вражеских позиций. Согласно правилам применения оружия, нужно всегда стрелять в ответ, так что давай. Ха, большое спасибо. Кажется, единственный путь ведет вниз. Эй, зар не сам рекал вам двойцы и оста, да обезбедите улицы и поправите... Юниформ, я вижу гостиницу, прием. Принял. Займи позицию на верхнем этаже. Оттуда лучший обзор. На месту и люди су поставлени. Да, господине. Добивају нови.
Все цели ликвидированы. Теперь иду наверх. Отличная работа. Мы засекли движение у здания парламента. Они ищут тебя. Доложи, как будешь на позиции. За черт. Юниформ, я вижу Мэддокса, но тут что-то не так. Не похоже, что он пленник. Андерсон, Диас, я сразу к делу. Мы тут кое-что раскопали и получили запись звонка, которую Мэддокс сделал из своей берлоги у вас на базе. Это вам понравится. Я уже сказал, все на месте. И не парься насчет наемничка. Все под контролем. Кол доверчив, как сопляк под кайфом. Так что, если я изображу поддержку закона, Робокоп купится на раз-два. Ты, главное, соблюдай характер, и все будет тип-топ. Я все понял. Для тебя не составит проблем сыграть жадного ублюдка. Это еще что? Вспомни, это же Мэддокс привел нам этого красавца Меринова. Похоже, они всем нам утерли нос. С самого начала это планировали. Что планировали? Попасть в плен к бандитам в какой-то заднице, а потом пожать друг другу руки? Мы знали, что Владич тянет из сербской армии оружие и припасы, толкает на черном рынке. Но думали, что это к делу не относится. А теперь он мертв, и всю эту снарягу они могут забрать себе. Это что, шутка? Все доказательства у тебя перед носом. Признай это, сержант. Нас обыграли. Меринов и Мэддокс только что стали основными целями. Сэр, видите, Рейзер? Как слышно? Они уже двигаются. Обоих мне не взять. Разрешаю ликвидацию предателя Карла Мэддокса. Получил приказ, давай, жми! Я знаю, что у вас зуб на Андерсона, генерал, но управление вне вашей юрисдикции, поэтому разрешения я не спрашиваю. Ради успеха операции я на время отодвину личные чувства в сторону. У нас очень мало времени, так что пропустим всякую ерунду. Согласен. Меринов снова в деле. Эта фотография сделана 24 часа назад на частном аэродроме Кашмира. Он отправился на север. Туда прибудет вот этот человек, Абдель Ахмед Хасан. Хасан именно тот покупатель, который нужен Меринову. Верит в конец света, состоятелен, одержим биологическим оружием. Сделка будет проходить в спорной приграничной зоне. Местность там такая, что обычный штурм исключен. Вы с Андерсоном должны высадиться до начала штурма, подтвердить присутствие основных целей и контейнера, а после начала заварушки прикрывать парней из Дельты. Не буду вам напоминать, что здесь на кону, агент. Я выпущу вашего человека, но предупреждаю, если облажаетесь, назад можете не возвращаться. На вид ничего. Слышал, у них здесь даже кабельные есть. Только магазин на диване. Серьезно? Не хочешь сменить обстановку? Зависит от того, что ты можешь предложить. Как насчет того, чтобы еще раз взглянуть в лицо Меринова? Через прицел.
Меринов снова пытается реализовать биоагент. Сделка пройдет в Непале, совсем рядом с индийской границей. Покупатель – лидер фундаменталистов из штата Кашмир. Организация считает, что этот фанатик собирается распылить биоагент над спорными территориями между Индией и Пакистаном. Это развяжет войну. А Меринов сколотит состояние, поставляя оружие обеим сторонам. Сукин сын. Уиллер будет не в восторге от того, что ты здесь. Согласен, но это его не касается. Послушай, Андерсон, мы оба знаем, что за мной должок. Если ты отправишься под пули в очередную дыру, он станет еще больше. Я позвонил кое-кому в Вашингтоне. Дело официально заморожено. Это наш последний шанс прихлопнуть Меринова. После этой сделки он навсегда уйдет на дно. Значит, пора навестить нашего старого друга. В деревне множество целей. Нас 5. 10. Многовато. Ясно, что Меринов не собирается в этот раз рисковать. А еще он не хочет получить пулю в лоб, но от него это не зависит, это неминуемо. Слышу тебя. Сначала главное. Нужно получить достоверные данные о местонахождении патогена. Меринов наверняка будет там. Малая видимость сыграет нам на руку. Идем. Давайте постараемся. Сегодня же все и закончится. Ладно, выдвигаемся. Ага, и вот почему. Впереди множество целей. Не факт, что в этот раз получится проскользнуть мимо. Сразу думаешь о засаде. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Объект уничтожен. Оказались в заперти униформ. У нас не было выбора, кроме как сунуть палку в осиное гнездо. Задание выполняется. Агент Диас, вам напомнить, что случилось, когда в прошлый раз все пошло наперекосяк? Я не собираюсь рисковать. Меринов снова нас опережает. И все из-за вашей горячности. Юниформ, в эфире сплошные помехи, я ничего не слышу. 32-й конец связи. Ну вот и хорошо. Я с этого места разведаю окрестности, а ты жми вперед. Коул, впереди несколько часовых одиночек, и они хорошо закопались, так что не дай им застать тебя врасплох.
Враг впереди. Начинаем. Этот мой. Снайперы заняли позиции в башнях. Нужно разобраться с ними, а затем идти дальше. Понял тебя. Координаты? Снайпер в правой башне, первый этаж. До цели 450 метров. Я вижу его. Средняя башня, второй этаж. Расстояние 550 метров. Последняя цель далеко, так что не спеши. До нее 820 метров. Третья башня. Цель видна не полностью. Это будет очень непросто. Готов. У нас все? Кажется, да. Двигаемся дальше. Стой! Прожектор на мосту. 12 часов. Избегай его света. Погоди немного. Это наш шанс, давай. Спрячься за стеной. За мной. Хорошо, придется идти через этот тоннель. Стой, я хочу послушать. للمباراة على راديو أنتون لقد راهنت بأموال عليها عملت الأغراف انسى إنه مهووس بالرسميات لا يستخدم أجهزته أبدا إلا لإرسال البلاغات لكني سمعت أيضا أنه جبان بإمكاني أن أتفاوض معه مفاوضات عنيفة اللعنة يبدو أنك فعلا مدمن للقمار أليس ذلك اسمه استثمار Отлично здание с антенной это именно то что нам нужно Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Двое парней наверху. Они рядом, так что убей сразу двоих. За мной. Андерсон, давай за мной. У нас куча доступных целей в этом квадрате. По моему сигналу. Первая цель у входа справа. Снайпер в птичьем гнезде подставился. Сними его. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Уже вижу вдалеке станцию связи. Мы близко. Впереди две цели. Я слева, ты справа. Нам нужно будет допросить оператора. Какая тактика? Хороший, плохой полицейский. Давай лучше по-старому. Двое парней с пушками. Должно сработать. Говорит Орел-1. Сектор 3 чист. Пока ничего необычного. Орел-1, мы не можем связаться с постом Альфа. Можете отправить кого-нибудь на проверку? Слушай внимательно. От того, как ты сейчас себя поведешь, будет зависеть твоя жизнь. Понял меня?
Пошел к черту, американский свинья! Ты уже мертвец! Как грубо. В каком месте будет заключаться сделка? Я не знаю. Ну, как хочешь. Стой, не стреляй. Я лишь знаю, что попасть туда можно только на лодке. Опять не договариваешь. Пожалуйста, я больше ничего не знаю. Клянусь, своими детьми клянусь. Диас, отправляйся искать лодку, а я буду резать его на кусочки, пока не заговорит. Идет. Только заткни ему пасть, чтобы не орал. Ладно, ладно. Не так уж много мне и платят. Жизнь дороже. Вам нужен заброшенный монастырь. Туда можно добраться по реке, только сначала придется пройти через пещеры. Это все, что я знаю. Клянусь. Ну вот и молодец. А теперь спокойной ночи. Юниформ, вы все слышали. Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Рейсер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему пещер. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Миренова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких шансов. Сколько противников. Молись в этих пещерах, как хорошо они будут. Вам следует... Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Держись. А? Ябду аннаху ля шай. Черт. Акрау адр макан. Спасение утопающих? Заткнись. Черт, винтовка! Твою мать! Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться, и у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Перед тем, как идти по мосту, проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу, мы трупы. Надо держаться в тени. Стой! Из туннеля справа выходит патруль. Попробуй переждать. Не горячись. Жди момента. انتظر علي انا اولما ان نجري مسحا للمنطقه الان اجل نتقدم نحو القطاع الشمالي حسنا انتهى الفرقه تطاردني لو اقتحموا القاعده سنهال من Я прошел. Хорошо, один противник у тебя на пути. Лучше их не трогать. Можешь пройти вокруг по тропинке. Думаю, я уже немало тут сделал. Не слышится сожаления? Нет. Эргономика. Я вижу патруль. Движется по тропинке в твою сторону. Бог ты мой, здесь негде спрятаться. Лезь в воду, живо. Иди по верхней тропе, там будет меньше противников. Здесь очень легко устроить засаду, будь осторожен. Стой. Попробую переждать. الطعب يجعلني أتخيل أصواتا الجسور الملعون سعونا لو لم أكلف مهمة انحرافة على جسر مرة أخرى سأموت مفتاح الباب لا مشكلة تتبع الجسر الجسر المرحلات أكره خاصة كل خاصة وزنا Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело подальше.
Попав под луч прожектора, можешь словить пулю. Будь осторожен. Наконец-то. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то выпустить. На стволе пара царапин, но крючок, оптика и газовая система кажутся целы. Хорошо. Уничтожь прожектор всех врагов в его место. Отлично. Но дорога не фонтан. Над тобой удобная возвышенность. Поднимись туда. Ладно, я меняю позицию. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Ставлю 50 баксов, что... Он труп. Готов спорить, что у второго был сердечный приступ. Ну, будь по-твоему. Еще один справа. С моей стороны цель не видна, не могу стрелять. Есть. Использую колокол, чтобы выманить его. Неплохо. Готово. Кто следующий? Их тут еще много. Не могу прицелиться. Ладно, вскрываемся, другого выхода нет. За тобой. Нужно разведать, что там впереди. Думаю, дистанция достаточная. Пора запускать фейерверк. Нравится мне этот звук. Бежим. Тут и так все держалось на честном слове. Это не только из-за взрыва. Я на месте. Пошли, пошли, пошли! Быстрее! Давай направо! Иначе не успеем. Направо. Вверх по лестнице. Налево. Быстрее. Прыгай. Вот же дерьмо. Шевелись.
Сейчас мы немного заняты. Когда будем на месте, мы вам крикнем. Облом со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Ни одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен рявкнуть «Ура!». Так что чего бы я там ни думал, «Ура, братан!». Замри. Есть контакт. Храм наверху. Видишь его? Угроза ликвидирована. Ладно, выдвигаемся. Кто-то идет. Спрячься за колонной. Тот, что справа, твой. Хорошо, выдвигаемся. Врываемся и защищаем по твоей команде. Сложно представить, сколько в храме ходов. Никуда не лезь. Да, очень тесный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись, может, на ком-то есть гранаты. Отличная работа. Сними остальных. Идем дальше. Фанат оружия массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить. Давай-ка посмотрим. У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Выключи второго, пока он еще не нашел тело.
Вот дерьмо. На земле. Ко входу в башню приближается солдат. Не дать ему до нее дойти. Цель справа. К центральной площади подходит патруль. Затаись на время. هناك شخص رمى قنبلة في المسجد والآن تتقاتل الناس في الشوارع. أنت تعلم نفس المشكلة تتكرر من جديد. المهم أعود وأقول كان ما أنهم يتقاتلون فالفرصة قائمة لجني المفاجأة. هل عملت في الهند أو باكستان من قبل؟ أنا لا كنت في تاجيكستان قبل قدومي لهنا. они расходятся по сторонам. Приготовься. начни его с того бездельника. أغلب المهام. он готов. теперь нейтрализуй второго. Один вышел из середины группы. Самое время его снять. Не горячись. Жди момента. Давай, стреляй. Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом. Ну, а левый мой. Отлично сработано. Уходим, давай. Есть. Давай в укрытие. Снайперы наверху, на стене храма. Покинуть открытое место. Рейсер 32. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то Юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности. Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока Аве Марию, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится, будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Андерсон, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Потихоньку заходим. Проверь по углам. Один крадется. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Машина, спрячься. Похоже, нас не заметили. Пусть едет. Враг впереди. Все чисто, идем. Цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне, и вперед.
Кажется, нужно подниматься. Лед на земле. Ты увидишь там Меринов? Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Он жив. Это бред, агент. Возьмите себя в руки. Я сам поверить не могу, сэр, но это правда. Похоже, это с ним мы столкнулись в отеле на Филиппинах. Черт побери, косяков в этом деле выше крыши. Ладно. Судя по данным со спутника, тепловой сигнал патогена находится на борту вертолета, который сел в 2 километрах к востоку от тебя. Необходимо задержать его, пока мы не подтянемся. А если Мэддокс попытается помешать? Я знаю, что делать. Будь осторожен. Ладно, выдвигаемся. У нас часы тикают. Буквально. Я пойду первым. Все не могу поверить, что Мэддокс живой. Блин, как будто опять гребаная Сараева. Зато никаких чемоданов, набитых чистыми купюрами по 100 баксов. Он не из-за денег. У моста очень оживленно. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Все чисто. За мной. Район чист. Пошел, пошел, пошел! Ты замечательно смотришься в моем прицеле. За мной не поднимайся. Исправить ошибку.
прочее. Карл Мэддокс. Это тебя запах капусты воскресил? Задницу тебя и твои прощальные речи. В этом мире ли ты первый номер? Или гранты тебе? Как он к нам вклинился? Это твой новый наводчик. И, кстати говоря, ты выглядишь как конторская крыса, нацепившая новенькую форму. Говнюк. Хочу просто пока руки в тебя марать. Не смог? Или не захотел? Целиться так и не научился. Чё ты держишься за винтовку, как за хрен? Отлично сказано для пятилетнего. Ну да, шавка тянет самая. Лаешь ты до сих пор куда круче, чем кусаешь. Помнишь свою команду на Филиппинах? Эллер и Гомес, так что ли? Так. Слышал, как они орали по рации. Умоляли им помочь, как я всех мочил. Ублюдок. На этот раз дело, мать твою. Впереди открытое пространство, у нас шлепнет. Ставлю завесу, будь готов действовать быстро. Хорошо, пошел. Мне так еще легче за тобой наблюдать. Я понимаю, что ты хочешь мести, но биологическое оружие? Представь, сколько людей погибнет. Даже у жадности должны быть свои пределы. Да ты вообще ни хрена не понимаешь. На этой полоске земли множество целей. В хижинах на 12 часов, судя по всему, снайперы. Их слишком много, чтобы идти в лоб. Нужно их отвлечь. Если взорвать ту канистру, то огонь быстро... Вот это тот хитрый сукин сын, которого я знал. Хорошо, тихо и незаметно. Направо. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Осторожно! Еще снайперы на вышках. Сюда, давай! Давай разделимся. У Мэддокса появится новый повод для беспокойства. Я слева, ты справа. Я уже в пути. Нужно его окружить, давай. Осторожно. Он в той башне. Я вижу наверху пару бочек. Пора нам расквитаться. Коул. Вашу мать! Сукины дети! Мэддокс прекратил огонь. Наверное, меняет позицию. Теперь наш шанс. Поднимаемся. Thank you.
Идем дальше. Внимание, снайпер. Башня на 11 часов. Вторая цель на 10 часов. Следующий на час. Осталось двое. Постарайся их завалить. Хорошо, со мной. Мэддокса не вижу, но во дворе разворачиваются несколько минометных расчетов. В первую очередь нужно нейтрализовать эти минометы. Первая команда минометчиков 550 метров. Готово. Вторая справа от статуи. Уничтожь медалек. Все минометы нейтрализованы. Черт побери, что теперь? Он шлет снайперов. Сам оттренировал, как ты меня когда-то. Вне судьбы, да? Или кто кого? Я жду скалами 670 метров. Слева примерно 1000 метров. Дерьмовое было шоу. С меня хватит. Порадовался, не спеть для тебя, Андерс. Ты слишком много болтаешь. Это не должно было так закончиться, приятель. Юниформ. Это Рейзер 32. Мэддокс убит. Это точно. Теперь займемся контейнером. Рейзер 32, доложите обстановку. Обстановка полная задница. Принято. Хорошо сработал, капитан. Но все равно ты засранец. Взаимно. И что это было? Плохой выбор, ошибка. Больше я ее уже не повторю. Кстати, тебя кто-нибудь дома хоть ждет? Моя винтовка, мой лучший друг. Она моя жизнь.